о том, насколько в Кирове упали цены на новые квартиры, куда пожаловаться на поборы в больницах и как добраться до Воркуты за пару часов. Расскажем далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кировском театре «Кукол» сменится главный режиссер. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Кто претендует на это место, пока остается секретом. Сейчас главным режиссером является Юрий Евдокимов. Он работает в театре «Кукол» с 76 года. Цена квартиры в кировских новостройках упала на 5%. Так, Киров занял 47 место из 60 по стоимости недвижимости. Самое дорогое жилье остается в Москве. Там цена квадрата 245 тысяч рублей против 41 тысячи в Кирове. Пожаловаться на поборы и взятки в кировских медучреждениях можно по телефону специальной горячей линии. Ее организует кировский Минздрав 20 января. Звонки принимаются с 2 до 3 часов дня по телефону, который вы видите на своих экранах. На Киров распространится федеральный закон, ограничивающий строительство высоток в исторической части города. По новым правилам, высота домов в пределах красной линии не должна превышать 6 этажей. В этом году аэропорт Победилово планирует запустить больше рейсов. Это коснется южных направлений в Сочи, Анапу и Симферополь. Также в планах компании открыть новые перелеты в Воркуту. Отметим, пассажиропоток компании за 2015 год вырос почти на 70%.